Кто-то из великих сказал, если в календаре ничего нет, а на душе неспокойно, то нужно придумать маленький праздник, а иначе жизнь не будет такой яркой, какова она есть. Именно с этих слов начался последний отборочный этап конкурса многодетных мам Одинцовского района «Мама – наше все». Это впервые вообще происходит в нашем районе. И очень важно, что район увидит наш авангард. Авангард многодетных мам. Творческий этап дал возможность очаровательным участницам проявить себя в рукоделии. Конкурс оценивался по бальной системе от 1 до 10 по следующим критериям. Семейные традиции, умение работать в команде и готовое изделие. Мне очень понравился сегодняшний этап конкурса, потому что мамочки еще больше себя раскрыли. Они показали себя как прекрасные хозяйки, как необыкновенные мастерицы. И вот тот этап конкурса, когда они делились своими семейными традициями, он не только был интересен сам по себе, он обогатил и нас, как зрители этого конкурса, и мамочки смогли обменяться своими семейными тайнами, своими семейными реликвиями. На мастер-классе мамы вместе со своими детьми изготавливали куклу-оберег, кубышечку. Несмотря на то, что у конкурсанток материал одинаковый, куклы у всех получились разные. У кого-то миниатюрные, а у кого-то пышные, и тому даже нашлось объяснение. Учась в школе, там в училище, там дальше, мы нигде это не делали. Наконец-то, там в 43 года я научилась делать такую вещь. Сделала пышненькую, грудастенькую, с объемами. То есть, действительно, чтобы в ней была вся родословная, чтобы как продолжительница рода. Потому что, говорю, так как я сама хочу похудеть, никогда толстой не была, пускай это будет этот талисманчик, будет у нас пухленький, хорошенький, в доме останется. Во время мастер-класса члены жюри заслушали рассказы о семейных традициях. Некоторые конкурсантки принесли из дома свои обереги, угощения, журналы, поделки и даже компактные музыкальные инструменты. Для завершения праздничного вечера сотрудницы семейного клуба подготовили для всех участников и гостей конкурса творческий номер. Он оказался довольно необычным, но вызвал бурю эмоций у всех присутствующих. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».